Привет, друзья, у нас 7 утра, завел ребенка в садик, поехали на работу. Сегодня надо закончить ставить домофоны. Покажу вам, как они подключаются. Я думаю, где-то до обеда справимся. После обеда посмотрим, что будет еще с работы. Я немножко приболел, что кашель такой нехороший. Но температуры нету, думаю, что нормально себя буду чувствовать. Так что погнали. Все, переоделись в электрика, идем, попьем чай, кофе и будем начинать работать. Вот так вот выглядит наш домик, который мы строим. Закончилось у нас кофе. Сейчас схожу в магазин, возьму сигарет, кофе, чая, попьем и будем работать. Dzień dobry. Dzień dobry. Herbatę Lipton. Lipton, małą czy dużą? Małą. 4,90. Kawki. Prima, dużo. I co jeszcze? Winston niebieski, dwie paczki. Te krótkie, krótkie grube, nie? Krótkie grube, tak. 48. Dzięki. Bardzo proszę. A jaki kanał chcesz ściągać? Playboy? Nie, ogólnie taka ogólna dla tego budynku, na przykład dla tego, żeby podłączyć anteny i ustawić. To musimy odpowiednio patrzeć, a w tamtą stronę. Sputnik już kaput. Sputnika nie. Co ludzie oglądają? Playboya. Playboya to tam kurwa 30 sztuk jest. Tak, все, ставим домофоны. Вот так он выглядит. Отсюда один провод идет вот туда, в раздельню. Нам сейчас важно его найти. Откручиваем здесь болтики. Снимаем крышечку. И вот какой-то из них. Это у нас домофон. Чистили нашей звонилкой. Проверяем. И этот. Не этот. Этот, как всегда, появится какой-то последний. Так, да. Ау. Ага, сейчас. Так, приехал товар. Надо пойти помочь разгрузить. Я надеюсь, что то не тот грузовик весь надо разгружать. Ты что, вот это фура? Да. Заебище. А ты думал, в сказку попал? Это первое. Их 8. А? Их 8. Thank you.
все разгрузили. Вот это все, вот это все. И там все. 500 квадратов этой ваты. Фух, такое тоже бывает. Называется, помочь попросили. Все, продолжаем заниматься нашими домофонами. Нам надо понять, какой провод идет в саму трубку. Значит, поехали тестировать дальше. Так, вот он пищит. Любых два провода там соедини. Ну, уж оранжевые, они у меня уже зачищены. Ты можешь обои соединить. Привет, друзья! А у нас новый день. Ребенок немножко приболел, так что оставили дома, поехали сразу на работу. Вчера на работе были аж до 9 вечера, пока поставили раздельню. Сейчас покажу. А сейчас чай, кофе. И начинаем работать. Посмотрим, что будет на сегодня по работе, сколько получится заработать. Вот это, кстати, все, что мы разгружали, приехало случайно не на ту стройку. Это все будут потом убирать. Добрый, добрый. А вот так выглядит наша раздельная, которую мы поставили. Там все поподключали, подключали. Ну, вчера подсела батарейка, так что толком не снимал, как это все делали. Если сегодня что-то еще будем такого похожего делать, то снимаем немножко. Задача на сегодня была собрать раздельник по домофонам. Вот так выглядит схема. Вот наши квартиры. И разошлось, разошлось. Это все дело дружно собрали. Сейчас надо это все проверить. Вот сама панель. И собираем это. Сейчас перепроверим, работает или нет. Все, подключили. Кинули электроэнергию на это все дело. И домофончик наш работает. Если позвонить, например, там 8. Звонит и там вызывает. Берем 8 квартиру. И тут звонок. Работает. И так надо проверить 28 квартир. Раз, два, три. Так вот мы это все собирали. С домофона оно идет сюда, там на коробку и расходится по мешканию. А вот в 9, например, звоним и выдает ошибку. Поэтому тут на домофоне надо программировать. Проверяем теперь. Не-а. Не работает, надо разбираться. А вот и причина, не соединили здесь, поэтому и не было, там не работало. Теперь соединили и проверяем сейчас. Проверяем девяточка, а ну-ка. О, звонит. Слышу. Отличненько. Теперь надо все остальные так проверить, которые не работали.
Все, 3 часа закончили работать, все подключили, все работает, перепроверили. Те, которые были не запрограммированы с домофонов, допрограммировали. И можно быть на сегодня свободным. Красивый закат. Я не знаю, как на качество этой фотки будет видно. И тут есть надгробная плита. Не надгробная, как она называется, памятник. И вот такие вот у нас красивые парки. Тут рампа для, что, для велосипедистов, для скейтеров. Они там гоняют. А я иду на автобус. Сегодня не на машине. Надо будет купить билетик. Опять придется покупать через программу за 5 злотых. Проезд стоит 5 злотых, а ехать мне минут 15-20 домой. Тоже кто не в курсе, кто живет не в Польше, тут светофоры, они просто так не включаются, надо здесь нажимать, рукой проводить, только когда есть кто-то с пешеходов, то он включается. Так, а то хоть не мой автобус поехал, не мой. Ну все.